Новый год уже близко. Самое время узнать, какие интересные мероприятия ждут жителей и гостей города в этот период. О том, что же ждет ульяновцев в новогодние праздники, рассказали в тереме Деда Мороза, который установили в парке 40-летия в ЛКСМ. Вас вот действительно, уважаемые наши горожане, ждут и игры, и хороводы первые, можно сказать, вот такие зимние вокруг елки. Вот. И много чего интересного, а также, конечно, призы и подарки. Парад Дедов Морозов пройдет в городе 16 декабря, за ним 23-го, вот уже во второй раз, пройдет парад снегурочек. 26 числа состоится торжественное открытие главной елки города. Всего в Ульяновске пройдет около 1000 различных мероприятий. Развлечения найдутся по душе как самым маленьким, так и взрослым. Новогодняя пора – это время чудес. В этот период любой взрослый может вновь почувствовать себя ребенком. В парках города праздничные мероприятия начались уже с 1 декабря. Каждые выходные там проходят игры, концерты, раздают призы и подарки. Здесь можно кататься на коньках, лыжах, прокатиться с ледяной горки. А если повезет, то встретить настоящего Деда Мороза и его помощников. Уже идут праздничные, как бы, и игровые, и развлекательные концертные программы в рамках проекта «Зимний венец». Выступают и различные творческие объединения, коллективы и учащиеся детских школ искусств, учреждения образования, культуры, спорта, совершенно разноплановые, спортивные, концертные, как бы народного стиля, эстрадного, то есть на все вкусы горожан. Через несколько дней свою работу начнут и елочные базары, где ценители хвойного аромата смогут приобрести любимые деревья. А тысячи огней будут украшать город, радовать своим мерцанием и создавать настоящее новогоднее настроение. Привет! Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».